Родился в рубашке? Иначе не скажешь. Житель Нижнего Тагила чудом выжил под колесами маршрутки. Пассажирская «Газель» сбила его на полном ходу. Парня отбросило на 10 метров, но на удивление очевидцев он самостоятельно поднялся и пошел дальше. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. На съемках четко видно, как на перекрестке пешеход резко начал движение на красный сигнал светофора, но почти в ту же секунду оказался сбит маршруткой. Парень перевернулся в воздухе и упал посреди проезжей части, проскользив еще несколько метров. Это чудо, что у него не оказалось серьезных травм, поскольку через минуту он самостоятельно поднялся. Вероятно, на место ДТП они стали вызывать сотрудников ГИБДД города, поскольку в сводке за этот период значится, что никаких аварий и происшествий, повлекшие травмы людей, не зарегистрировано. Возможно, у пострадавшего более шоковое состояние. На сегодняшний момент о нем ничего не известно.